Свыше 700 сотрудников правоохранительных органов будут задействованы в охране общественного порядка в день города. Под особый контроль полицейские возьмут главные праздничные площадки – Кремлевскую площадь и Площадь Революции. Кроме того, для безопасности волокжан и гостей города 28 июня в центральной части Вологды будет ограничено движение автотранспорта. Подробности у Александры Шер. 28 июня в день города на дежурство будут выведены сотрудники практически всех подразделений полиции. Патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и даже сотрудники частных охранных предприятий. Они будут нести службу в местах большого скопления народа. На площадях Революции и Кремлевской будут приняты усиленные меры безопасности. Все граждане будут проходить через досмотровое мероприятие, то есть проходить через рамки металлодетекторов. Сотрудники будут также находиться с ручными металлодетекторами. При необходимости с их помощью будет произвести досмотр граждан. Также будет ограничен доступ граждан к местам проведения мероприятий в данных местах. Те граждане, которые будут находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также с алкогольными напитками. Практика показывает, что мера эта действенная. Число правонарушений во время массовых мероприятий в городе за последние годы сократилось в разы. Ограничение движения автотранспорта – эта мера тоже вынужденная, но эффективная. За исключением общественного транспорта проезд будет закрыт с 7 утра 28 июня и до 2 часов ночи 29 июня. Улицы Мира, Пушкинская, Мальцева, Маяковского, Козленская, Батюшкова, Ленинградская, Советский проспект и проспект Победы, набережная 6-й армии. Ограничение коснется центральных частей этих улиц. Александра Шер, Михаил Прищев, Вологда, Портал.